Меня зовут Виктория Оганесян. Мне 13 лет, и я из города Москва. Я добрая, дружелюбная, храбрая. А кто в семье поет, кроме доченьки? Никто не пел. Никогда. Это внезапно она начала так петь. Я начала петь в 9 лет. Я сидела в своей комнате и играла в куклы. Я вдруг начала петь оперным голосом «В лесу родилась елочка». В лесу родилась елочка, в лесу одна росла. Скажи, а правда до сих пор дергают за косички и бьют портфелем по голове, если нравится девочка? Да. Бедная, держись. Я мечтаю стать оперной певицей, и моя мечта выступить в Италии в Ла Скала. И уступаю я, и уступаю я. Я чувствую, что, наверное, со мной ангелы. Я очень верю в них, поэтому я думаю, что ангелы мне помогают. Привет, Вика. А что ты обычно делаешь, чтобы расслабиться? Я слышала, что-то не совсем для девушки обычное. Я занимаюсь спортом, боксом. Дома не хожу куда-то, просто дома для себя, это как хобби. И просто у меня двухэтажная кровать, и я вот на этот столбик прикрепляю подушку, и когда, например, я очень злая, я начинаю бить. Ты можешь побить эту камеру, например, чтобы расслабиться. Давай, серьезно. Ну как, помогло? Готова? Вперед. И как боксер, знаешь, они всегда так дышат. Удачи. Это было круто. Привет! Здравствуйте. Как тебя зовут? Вика. Вика, сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? 13. А как давно ты поешь «Пятый элемент»? С 9 лет. Вот, я очень хорошо тебя понимаю, потому что примерно в этом же возрасте, когда я услышала, ну я чуть, наверное, постарше была, когда вышел этот фильм, конечно, я последующие дни, пока я не выучила вот эту всю историю, я не могла отойти. Это такое удовольствие, это петь, это очень сложная композиция, очень сложная.
филигранно, все чисто, несмотря на то, что волновалась, все сделала, интересные такие штуки там какие-то новые нашла, я все заметила, все слышала, я, конечно же, не могла не повернуться, и повернулась сразу же, даже если бы ты только спела «Лючи для Мур», то я все равно бы пас. Это очень классно, и я очень рада, что ты у меня в команде, Вик. Спела блестяще, практически близко к оригиналу, хотя там обычные сэмплы, и спеть простым голосом сложно. Невероятно тяжело. Сложно. Просто невероятно тяжело. Молодец. Но ты практически вот все сделала точно, и каждую сложные вот эти скачки задела, все прям да. Вот, ну, да, очень да, здорово. Да. Молодчина. Просто молодчина. А что ты еще поешь, кроме таких цирковых номеров? У меня очень много песен. Ну какие жанры тебе интересны, другие? Ну, я просто пою только оперу. А, хоть только музыку. Оперу. То есть ты занимаешься классической музыкой? Да. А, понятно. Mm-hmm. Хорошо. Встретимся в больших театрах. Спасибо, просто очень радостно, что вы здесь. Ура! Спасибо большое. Ура! Как ты идешь, особенно звит отсюда.